Hi guys, yours in YouTube channel Jeff Games and I Jafar come back. Guys, today in my little dwarf I craft Gwenfara weapon and we testing in map, in locations and in boss too. My dwarf don't strong, but I testing and show yours guys. Thank you watching and see you. Herkese iyi günler arkadaşlar. Sizinle yeniden ben Cafer. Bugün ben cücede Gwenfara'nın silahını craftladım. Onu test edeceğim. Benim cüce çok güçlü değil. Eksik tarafları çok var. Maksat o değil. Sadece olarak cücede bu Gwenfara'nın silahı nasıl çalışıyor, iyi midir, kötü müdür, birlikte görelim bakalım. Test edeceğiz, bu kadar yani, başka da bir amaç yok. Mesela siz mesela atıyorum cüceyle oynamak istiyorsunuz. Bu silah nasıl çalışıyor acaba derseniz işte böyle çalışıyor demek için çektim bu videoyu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve умарам видео сегодня очень яраллы олучактыр. Всем привет, всем доброго времени суток, друзья, с вами снова опять я, Джафар. Сегодня что я буду делать? Скрафтил оружие Гвинфары для своего парика. Вот, и будем тестить, вот, как себя ведет, там, как все происходит и все такое, да, короче. Вот. У меня парик не очень сильный, очень много недостатков, короче, да, вот, не прокачанный. Дело не вот, не в этом. Просто я хочу показать, как работает этот, ну, оружие, да, Гвенфара, вот так скажем. Тестим просто. Ну, типа, вот, если ты хочешь скрафтить для себя и думаешь, а как бы это было, просто показываю, вот так будет. Вот в этом плане. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр. И еще я сегодня попытаюсь скрафтить оружие Мишки, вот, поскольку у меня не смог выбить для парика это оружие, двуручное оружие фестиваля. Я покрафчу для себя оружие Мишки и, наверное, на днях, завтра, может, послезавтра, как получится уже, поделюсь с вами тоже вот оружием Мишки, как годится, не годится, можно играть или нет, и все такое. Так, спасибо за просмотр, ребята, увидимся, берегите себя, всем пока-пока, добра и мира.